Центральная медико-санитарная часть организовала работу нового кабинета амбулаторной медицинской помощи, уже 5-го по счету в нашем городе. Он расположен на первом этаже жилого дома, что очень удобно для жителей ближайших дворов. Открытие кабинета прошло торжественно в присутствии главы города Сергея Бердникова, представителей руководства фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области и депутатов. Продолжит Юлия Никифорова. Открытие кабинета амбулаторной медицинской помощи – настоящий подарок для жителей ближайших домов, особенно пенсионеров, тех, кому трудно добираться до поликлиники. Эти благие цели и преследуют организаторы здравоохранения, создавая такие структуры. В предварительной подготовке кабинета, проведении здесь масштабного капитального ремонта, больнице помог депутат округа Евгений Плотников. Ремонт начали в декабре прошлого года. Все сделали быстро, качественно, создав уют и комфорт для медиков и пациентов. Это очередная точка, которая впервые открывается на территории прикрепления к медико-санитарной части для амбулаторного приема пациента. Бесплатно для всех жителей города, ну и, конечно, прежде всего тех, кто проживает в ближайших районах. Новый кабинет расположен на территории, прикрепленной к поликлинике номер 2 Центральной клинической медико-санитарной части. Его пациентами станут жители двух ближайших к этому адресу участков, что позволит разгрузить поликлинику. Новую медицинскую структуру тоже можно назвать мини-поликлиникой. Здесь есть процедурный кабинет, физиоаппаратура и все необходимое медицинское оборудование. Будем здесь выполнять все назначения врача, все инъекционные процедуры, забор крови раз в неделю будет делаться. Ну и оказание первой помощи, если кому-то плохо. Бывает же такое, что человек идет, ему плохо. У нас есть все необходимое оборудование и все необходимые медикаменты для оказания первой помощи, как скорая помощь. В дальнейшем планируем посадить сюда все-таки два врача-терапевта. Дальше у нас будет по графику выездному работать узкие врачи-специалисты, невролог, гастроэнтеролог. Но это мы уже формировать список пациента и на конкретное время будем приглашать. На торжественное открытие кабинета амбулаторной медицинской помощи пришли жители района, будущие пациенты. Большое спасибо всем, кто это решил так сделать, что не надо всем идти в поликлинику, что вот здесь пришел, какие-то получил эти медицинские услуги. Первых пациентов врач-терапевт начнет принимать уже в понедельник, 19 марта. На начальном этапе здесь будут оказывать так называемую неотложную медицинскую помощь. Кабинет будет работать с 8 до 18 часов. Телефон для справок и записи 46 05 36. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН.